Так, все, Костя довез меня, Катю и бабушку до эпицентра, и наши гости доехали за нами. Наши друзья уже даже, они просто гости. Вот. Будь здорова. И папа поехал за остальными, а мы сейчас ждем, где они там, ищем, где они припарковались. А, вон там их машина. Видно по вот этому багажнику лодки. Так, осторожно, здесь не бегайте, здесь машины ездят, так что все держитесь рядышком. Стой, держи Тому. Машина выезжает. Женю я взяла за руку. Алиска сейчас приедет, пока что Алиска еще не с нами, у нас машина маленькая. Тома радуется, улыбается. Если вы мои влоги смотрите, вот он мой любимый эпицентр, где мы все время покупаем что-то. Держи, смотри, еще машина едет. Тут вообще стоянка, тут очень ездит. А у вас там кондиционер есть? Да. А, ну хоть, слава богу. Все, пойдем? Идем, да, идем. Нет, доченька, иди с Леной. Вот этот эпицентр. Смотрите мои влоги, когда мы там... Я вот. Говорю, сколько раз видела, не то, что мы тоже тут попадем, даже вообще не верится. Да, мне вообще не верится, что мы встретились до сих пор. Так, смотрите, для начала здесь канцтовары. Из канцтоваров вам что-то надо? Фломастеры, бальбомы, все есть? Да. Хорошо, идем дальше. Это мой любимый отдел. Да, это мой любимый отдел. Я сюда их и веду. Женька хочет ролики. Ролики. А вы не подскажете нам? Нам на вот эту девочку бы ролики. Да, вот типа розовых. Это 35-38, а это? 30-33. Это будет впритык. А, 28-33, а у нее 32. Эти будут впритык, а эти будут большие. Что делать? Искать не розовые. А что вот это за ролики? Триколесные, трехколесные на... Ну, там такие синие и зеленые. Синие и зеленые. Может, я четырехколесные взять? Или ты такие хочешь? Обычные. Обычные. У Саши такие обычные, да? Тут для Алисы надо трехколесные. Да, Алисе вообще еще рано. О чем ты говоришь? Они раздвигаются, да? Где-то вот тут нажимают. Светятся, да? У меня пальцы не хватает. Иди сюда, Вась. У меня рука маленькая. Да, их надо немного раздвинуть. А. Детям? Да. Там можно. А думаешь, у них нету? У вас есть такое дома играть? Нет. Нету? Значит, купим. Давай. Катя нашла. Кидать можно друг другу, она летает. Это не взяли? Это летающая тарелка. Да. Это летающая тарелка, точно. Да, тележку мы не взяли, точно. Она не будет их бить. А? Она не будет их бить. Да не, это что? 34-37. 34-37 это большие будут, да. Нет, они не четырехколесные. Нет, там бы... Есть еще, кстати, вон четырехколесные. Вот эти голубые сошли. А голубые, может быть, что обязательно розовые? А я вот умею кататься. Ну и Жене, конечно, лучше четырехколесные, она плохо катает. Ну, тогда можно и вот эти глянуть, четырехколесные. А там какие размеры? 30-33. Ну, 30-33, у нее 32. А давай ты попробуешь. Вот просто сейчас наденешь на ногу и попробуешь прокатиться здесь. Да. Не хочет четырехколесной Жень. Ой, наоборот, мне кажется, как было бы хорошо. Ну, на, раз хочешь эти, на миленькие. Да, давай. Она даже, чтобы ей нравилось. Да, по-моему, не на ту ногу, доча. А если купить такие маленькие и засунуть ватку там какую-то? Ей же тоже хочется. Да растет потом до них. Это какой размер? 30, с 30-го. Да. Мама, а если Томочка попробует? Ну да, если туда засунуть что-то, типа ваты какой-то. Сразу посмотреть, а потом... Попробовать, да. А здесь ей, как она? Сейчас Тома попробуем. Томе так хочется прям тоже. Прям очень хочется. Ее можно, кстати, прямо в обуви будет обувать, если купить их. Можно на ботинок обувать, и тогда она сможет. Мы так когда-то делали. Да, ну это... На ботинок можно обувать, вот так вот, в обуви прямо. Да нет, там велики разрешат. Ну здесь да, здесь, наверное, не разрешат, а вообще можно. Катенька, помоги, да, помоги обуть. Ну что, Женя, вставай, давай руку. Мне второй надо, я так на одном не смогу. Ну ты скажи, как он тебе по размеру? Нигде не давит? Палец не упирает? Жень.
четвертый купить, чтобы побольше. Ну, либо на вырост купить, да, и тоже чего-то напихать. Лучше на вырост. Мне тоже кажется. Нога у нее еще за 2 месяца. Мне тоже так кажется, да. Они быстро растут. Будет ей обидно, что конечно, да. Лучше, наверное, брать на вырост. Либо другого цвета, так может, больше есть. Это ж 34. Ой, бози. Лучше за руки, да. Катя, возьми. Они на нее большие, но ей очень хочется кататься. Все, мне кажется, ей на вырост их можно взять. Ей все равно же нравится, смотрите. Да, будешь учить. Она, если наденет в ботинках их, то она будет нормально на них. Тома, тебе нравится? Нравится, Тома? Да, ей нравится. Сапоги-скороходы. Я думаю, что ей можно взять на вырост. Учись катать. Ей нравится. Смотри, Лена, это с 35-го. Они будут шлепать, если больше. Это с 35-го? Нет, это по 34-й. По 34-й? А, да. А от какого? С какого? С 30-го. 30-й 34, да? Да. Ага. А 35-й? Не, вот это ей, наверное, подойдет. Если они идут до 34-го, эти, наверное, ей подойдут. Да, она не сможет. А потом останутся Томми. Они увеличиваются? Они увеличиваются. А как? Мама, можно я им покажу? Вот, видишь, раздвигаются. Можно покажу, как... И Женя хочет именно розовые, так что, наверное, вот такие надо. Да. Давай я сделаю ей больше, она еще раз наденет. Давай. Мама, можно я попробую покататься и покажу, доченька, как я... Доченька, ты тут 100 раз несешь, и будет лучше на улице. Вы, Саш, домой вернетесь, станете вместе на ролике с Женей и поедете. Да? Не чувствуется. Вот так там еще чуть-чуть. Раз, два. Ноги вместе поставили. Да, мне на ту ногу надели. Перепутали ноги, да? Да. Но главное, что? Что? Ей не давит, пальцы упираются, нет? Что она говорит? Она говорит, давит. Давит, говорит? Палец вроде, ну, прощупывание и прощупывание. Я попробую. Да не, вы что, вон где пальцы. Вот тут пальцы, а вот это все свободно, оно не может давить. Где оно тебе давит? Нет, неправильно, потому что а, понятно, тебе просто неудобно. Но пальцы там точно не может давить. Тебе еще сдвигать надо, уменьшать. Давай я тебе покажу, как я катаюсь. В общем, мы поняли, что эти ролики ей впритык. И нашли 34-39. Вот такие красные, мне тоже понравились. У нее еще 32 размер, это до 34-го идет. Но зато аж до 39-го. Думаю, что нога быстро дорастет, и Тамара тоже говорит, что лучше такие же. Так. Тама, что? Это я там разберу. Мне так классно. Это не будет. Так, правая нога у нас. Проверь, на каком они сейчас размере, и сделай самый маленький. Они обычно всегда на самом маленьком кажется, да. А потом раздвигаются. Да. Просто реально в этих даже взрослые девочки старше смогут покататься. Ну, до 39-го раздвигаются. Если захотят, раздвинули. Не ту ногу. И Дарина захочет, вот так, да. И сможет. Я же говорю, да, и Дарина сможет. Не умеешь? А хочешь? Не, даже не хочешь. Иди смотри, Дарин, иди ходи, ищи, что тебе купить. Слышишь, выбирай что-нибудь, чтобы время не терять. Вам надо, наверное, эти коньки, а не роликовые коньки, настоящие коньки. Есть у них? На льду кататься. На зиму купим обязательно. Да. Саша, Саша, шнурок. Можно перецепиться. Так, покажи, пожалуйста. Пойдем, Тома, пойдем мы с тобой подарок внутри, да? Да, вот там игрушечный отдел. Не-не, игрушечный там. А во что Тома любит играть? Играться. А? Так, Катя пока меряет ролики, я пойду с Томой выбирать ей какую-то игрушку. Пойдем. Боже, как классно делать подарки. Вообще, я шопинг в любом виде люблю. Наверное, реально шопоголик. Даже когда я не себе покупаю, мне удовольствие от этих всех покупок большое. Даже больше, когда не себе. Это? Пузыри, конечно, бери пузыри. Ну,
Только надо взять нормальные, вот такие какие-нибудь, вот. Хочешь вот такие? Вот. И Алиске, кстати, надо взять. О, Алиске уже закончились. Вот, пошли смотреть еще что-то, Томочка. Пошли туда, там много продается всякого вот там. Конечно, она очень хочет велосипед. Мы приедем, обязательно ей купим, у нее старый. Но сейчас даже при всем желании мы никак не можем купить, нам некуда. Некуда загрузить. Никак нет. Ну да, здесь есть велосипеды, мы Алиске покупали. Неплохие. Ага, осмотрим еще подарок. Пошли, Томочки, пойдем. Пойдем, пойдем, мой девочек. Такой зайчик маленький. Тоже розовенький весь. А во что вообще любит играть? Туда надо дальше идти. Здесь для малышей. Дальше. Ой, я даже не могу сказать. У нее каждый день меняется почтение. Ну, это я понимаю. Идем вот сюда. Так, что у нас тут есть? Всякие наборы докторов, утюги. Может быть, им что-то. А у них есть вот эта кухня, там кухонные всякие штуки для кухни? Да, для кухни есть, ага. Кассовые аппараты тут есть всякие. Вон какой красивенький. Знаете, что можно? Есть такие наборы с туфельками. Ага, поняла. Которые надевать. Да, угу. Хотя у нас их было, мы часто покупаем. Но... Вот такое у вас есть? Да, да, такое. Мои, ну, Алиса таким любит играть. Ну, Алиса, конечно, поменьше. Так, сейчас найдем. Должно здесь такое быть. Наборы с туфельками, косметикой. Ух ты, чемоданчик. Хочешь такой, Том? Мы, помню, пришли мы в магазин, а там эти большие. Ага. Мама, купи, мама, купи. А он большой. Какой-то он неудобный, странно едет. Или это она... А, просто он не наклоняет. Она его не катит, она просто да. Вот так вот. Вот, вот тут еще, кстати, есть оранжевый. Угу. Тома, Том, хочешь вот такой? Оранжевый, смотри. На. Все, Том, я себе подарок выбрала. А не, надо что-то еще в чемодан. Пойдем мы сейчас смотреть. Пошли, Томочка. Мягкие игрушки? Не? Тут мягких полно игрушек продается. Ага, значит лучше что-то такое, во что они вместе будут играть. Пускай смотрит. Так, где же эти все туфельки? Где-то же это должно быть. Куколки, они играют? Ну да, конечно. А в какие? В большие или в маленькие? Пупсики или вот эти куклы Барби? Ну, во всякие они играют. А ну смотри, может какую-то куколку купим, Тома? Смотри, кто тебе нравится. Смотри. Пускай ребенок сам выберет. Ну, покажи пальчиком, какую ты хочешь игрушку, дочь. Смотри. Мне вот эта кукла понравилась. У нее много всяких собачек. Разных. А ну смотри, Томочка. Навязывать не буду свое мнение. Пускай выбирает сама. А что это такое? Там игрушка. А можно у вас спросить, что вот это такое? Там идет мягкая игрушка единорожек. Ага. С такими пайетками на животике. Ты хочешь такую игрушку? Да? Давай возьмем. Держи. Выбрала. Так, пошли еще что-то посмотрим. Пойдем. Да, давай я понесу. Ну это же просто мягкая игрушка. Надо что-то ролевое купить. А сейчас я спрошу за эти туфельки. Так, я нашла стеллажик, где есть и туфельки, и какие-то украшения вот такие. Сейчас сюда приведем маленькую. Ей покажем, может что-то выберет. Вот целый есть такой набор «Маленькая принцесса», там и бегуди, и какие-то обручи. Сейчас. Мне очень понравилась карета, но Тамара говорит, что ее загрузить тяжело будет, машина, она большая. Вот, лошадь с каретой. Смотри, какая шикарная. Кать, смотри, какая лошадь с каретой шикарная, все. У меня была лошадь с длинной гривой и хвостом. Да? Моя сестра их вот так вот постригла. Настя. Так жалко, да, такая большая. Хотите лолы? Берите. Пошли.
Женечка, ты выбрала себе, да? Да, ролик и защиту. Пошли, пошли туда, где эти наборы, посмотрим. Вот, я нашла этот стенд, здесь всякие украшения, туфельки есть. И вот чемоданчики там, вот такое. Вау, вот это вот они тоже. Смотрите. А это настоящий телефон? Нет, конечно, не настоящий, это игрушечный телефон. Вот, смотрите, что здесь еще есть. Вот такое есть. Мама, смотрите. Смотри, какой набор. Касса есть. И бусы какие-то, и сережки. Бери, бери, Женя, бери. Не надо, доченька, возьми еще томик такой. Вы потом будете открывать. Тебе нравится? Да. Мама, я вот это выбрала. Хорошо. А может, это мои вот эти корабли, которые я собирала. Давай им какую-то настольную игру купим. У вас есть настольные игры? У нас есть, но мало. Давайте, будете что-то играть? Мама, пошлите, там целая есть ряд настольных игр, я вам покажу. Вкусно, да? Ой, все. Ой, все, здесь, да. Здесь полно всяких игр. Сейчас посмотрим. Посмотрим, что есть из хороших. Можно мафию взять, мафию? Мафию. Их достаточно человек, чтобы играть в мафию? Ну, если детей... Дети же не смогут играть, да. Лучше им что-то такое, чтобы они могли. Кать, какие вы игры любите с Настей? Та ферма, то вы любили, когда малые были. Сейчас, я имею в виду. Ориентируйся на вас с Настей. Вот с этой стороны, наверное, игры. Башня есть? Башня. Башня у них есть. Так, 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 так. Я что-то пока... Поле чудес. Ну, он стоит очень дешево, поэтому я сомневаюсь, что... Папай Вуса. Да. Не, это что-то типа, кто первый схватит, такое. А-а-а. Мне кажется, это не очень. Монополия, да, это хорошая игра, но... Ну, вот это какая-то упрощенная версия. Так, о, Кать. О, все, крокодил. Может, крокодила? Вот это классная игра. Похищение века. И похищение века классно, если разберутся. Тут детектив, тут берутся карточки, в общем, кто-то что-то украл, и другие должны вычислить, кто что, из какой комнаты. Ну, мы играли, нам очень понравилось. Очень. Если вы любите детективы, вот это можно взять. А крокодил вот этот, именно вот этот у нас есть, тут тоже карточки, и типа должен показать, а другие угадывают. Ну, классно. Вот эти две игры мы обожали всегда. Вот. Крокодила можно и без карточек играть. Да, но здесь карточки классные именно, не такие, что бывают, знаешь, ну, с непонятными заданиями. Да, ну нет. Вы в крокодила играете, отгадать, кто что показывает? Только по празднику. Вам точно надо взять. У вас нету такого? Нет. Надо взять. Катя, это классная игра. По-любому надо взять. Давайте что еще смотреть. Я Дарине предложила гравюру купить. И гравюра всегда классно. Посидеть, поцарапать. Ну, можно его вот так вот. Вот еще есть, смотри. О, тигры. Да, красивые. Золотые тигры. Больше всего я люблю тигры. Ух ты, там и жирафики симпатичные. Бери, пошли дальше. Так. Катя, если ты любишь складывать замки, не значит, что другие любят. По корабли круче складывать. Алин, ты такое любишь делать? У нас были типа такие шарманка. Нравилось? Да, да. Это не такие шарманки, там и здесь. Смотри, Дарине гравюру взяли. Ты не хочешь себе тоже гравюру? Нет, царапать. Купила, а тут еще. Может, какие-то эксперименты взять, девчонки? Вот типа эксперименты со льдом. Смотрите, 12 экспериментов. Не хотите такое? Да, вон, вырасти кристаллы, там всякое, горячий лед. Делали такое? Кристаллы выращивали. Да? Выращивали. Понравилось? А, вот еще. Да. У меня вот такая была. А это что еще такое? ДНК. Прикол. А мне вот эта штучка понравилась. Я, наверное, для Саши ее возьму. Вот кулинарики какие-то. Там лепить из теста, видите? Такие формочки, банан. Можно сделать мандаринку, классно. Смотрите, какую я приколюху нашла. Волосы лепить человечком. Смотрите, там есть фигурки человечки. Им можно лепить волосы. Прикольная тема. Такое тоже надо купить.
Вот это надо точно вам в дорогу купить. Смотри, виселица классная. То есть ты там слово загадываешь, я и потом... Знаю, я по У вас нету такого? Это на магнитах. Это вы можете в дорогу, крестики-нолики он есть. Ой, бом, мам, у нас такой нет. Ух ты, класс. Будешь доктора играть? Да. Хорошо. Мы уже тоже понавыбирали. Мам, подержи, пожалуйста. Это выбрали. Да, Женя, смотри, хочешь такое? Это лепить волосы куклам. Ну, не куклам, а таким человечкам. Волосы лепить из пластилина. Хочешь? Жень, бери. Волосы лепить. И еще вот такая сейчас. Я думала Саше, но Саша уже себе повыбирала, тогда я Жене предложу. Смотри, вот такие лепить кулинария, видишь? Лепить банан можно лепить, апельсин, видишь? Я хочу тоже лепить. Вот будешь с ней вместе лепить, да. Лепить, ага. Берите, да, она классная. Прикольная они, ерунда. И, кстати, Катя, вот балда, это тоже прикольная игра. О, я и не заметила этому в тележке. Мама, я хотела себе такую же. Все, уже набрали. Я так сказала, они же будут одинаковые, если сказала, такой же брать. Я сказала, что они мне подарили такого зверька, который влияет цвета. Я привела девчонок смотреть кукол Барби. Смотрите, какие бывают. Русалки бывают, видишь? А мне вот это понравилось, сейчас покажу. Вот у нее много щенков там каких-то тоже есть. Так это собачки. Же реклама, Саша, ты хотела себе такую? Да, хотела. Ну, давайте купим. Нравится вот это? Женечка, а ты какую? И какую-то надо еще, чтобы вместе играли. Нет, это неинтересно. Давай еще... куклу еще тебе, Женя, выбери, чтобы вы вместе играли. Либо можно мальчика взять. Не хотите? Так, Женечка, выбери себе похожую и будете вместе играть. Да. Вот такая. Нет, одинаковые, одинаковые смысла брать нету. Вы сейчас, сейчас найдем что-то интересное еще. Они меняют, вот смотри. Мама, так. Мама, знаешь, что вот, Женя, смотри, какая есть, какая модная. Посмотри, сколько обуви, как на тебя похоже прям. Хочешь такую? Ну, Жень, решай. Мама, смотри, как можно. У Саши может быть собачки, а у меня вот такая вот лошадка. Или еще. Можно и лошадку. Куклу можно на лошадке катать. Ну да. Да. Мам, можно мне лошадку взять для нашей куклы? Доченька. Да. Да пускай возьмет лошадку. Это не покупка. Красивая лошадка. На самом деле. Мама, смотри, как у меня красиво. Угу. Мама, а если... Бери, Жень, бери. И давай эту куклу, что маме твоей понравилось, тоже возьмем. Диана. Много обуви, я согласна, это интересно. Вот, и будете вдвоем играть. Все, идем. Пошлите. Может, возьмем кому-то, хоть самой маленькой, да. Смотри, какая прикольная. У нас есть только ложечки, вилочки со свинкой Пеппой. Можно взять наборчик маленькой вашей, самой маленькой. Смотри, выбери. Нету уже, да, спасибо. Футболок нету, обидно. Мне вот это нравится, ну, давай посмотрим. Не разбить бы? Да-да, не разбить бы, это точно. Хотя бы вот вытащить что-то еще. Там чашечка маленькая должна быть, осторожно. Смотри, какая прелесть. Да? Угу. Кстати, про север немножко. Давай такое и возьмем. Мне нравится. Подарим Томке. Нету больше? Мам, а где вот эти футболки с надписями? Уже нету, мы их сейчас как раз искали. В общем, Катя эту мафию погорячилась дарить. Здесь все на украинском написано. Люди просто не прочитают, что где надо делать. Поэтому эту мафию разве что себе мы можем купить. Катя пошла искать другую на русском языке. Да, только она какая-то, эта коробочка очень легенькая. Мы ее пробовали, как будто там смотри, ничего нет. Она на русском? Да. А ну. Инструкция, где все роли прописаны. Угу. И вот такие карточки. А ну, покажи. Мафия, о, красивые. Врач, мир, о, красивые. Карты. Подожди, у меня резкости нет. Еще раз. Мафия, киллер. Красивые мафия, карточки. Да, вот такое, наверное, и надо. На русском? Русском. Давай, на русском и с инструкцией, да, и красивые. И без дополнений у тех, потому что там что-то такого понапридумывали, на. Да, я тоже видела. Все, мы с кучей покупок довольны. Вот.
наши подарки и едем на кассу. Класс, сколько мы накупили игр и игрушек. Вот там. Чемоданчик давай. Сейчас дай я. Да не, он должен открываться. Какой же смысл? А. Не, вот это классное. Классное, да, классно. Я всегда в детстве у нас были чемоданчики, я помню, мы собирали. Давай, Катюш, доставай все остальное. Наверное, два. Сколько? Ну, три, наверное, даже больших. Я не думаю, что в два это влезет. А еще деткам сникерсы взяли и Василию кофе. А, Настя с Дашей, когда придут, тогда себе и купят. О, наконец-то! Что ж так долго? Алиса закарабкалась в машинку сразу, сама залезла. Эй, водитель, привет! Привет, водитель юный. Кать, покатай ее пока, пока здесь мы это пробьем. Мы, кстати, с этим можем пойти еще докупить Наде, Даше и Насте что-то, да. Все, все, скупились, оплатили. Сейчас еще зайдем, детей покормим на дорогу. Туалет здесь есть. И будут уже ехать. К сожалению, да, не могут задержаться надольше. Так, мы ждем. Папа девчонок понес все в машину. Мы ждем, сейчас вернется и пойдем кушать. Так, мы забежали покушать в мою любимую кафешку. Сейчас девчонки себе выбирают. Я себе взяла запеканку и сок, как у Алисы. Он без сахара. У нее в последнее время опять сахар поднимается. Ну, понятное дело, потому что я диеты не придерживаюсь, так как хотела. И налицо все последствия. Так, ну что, мы уже собираемся прощаться. Пойдем на улицу сейчас. Пока мы кушали, девчонки уже там что-то купили. Дашке тоже шарик лол купили, киндер. Вот. И сейчас пойдем уже провожать наших друзей. Да, она прижалась. Алиса у меня на руках. Вон как она на маме прям. Вот маме надуться, да? Такая милая. Шлите провожать, потому что людям ехать долго, чтобы мы не задерживали. Пойдем. Решили ехать еще через Киев. Может, там через Киев? Да. А. Потому что дорога ужасная. Ну да, да, дороги, конечно, да. Что так 5 часов ехать, что так 5 часов одинаково. Ну да, да, через Киев будет получше дороги, я думаю, да. Разрядился, он на зарядке у меня в машине стоит. Ну, папин же, ты знаешь? Папа, диктуй свой номер. Костя напиши. Костин номер даем вам на всякий случай. Ну все. Что сказать, мы были очень рады увидеться. Познакомиться вживую. Вот. Вообще. И нам не верится. Девчонки уже хотят лолы распаковывать, и мне терпится. Алиска что-то капризничает. Она тоже лол просит. Тоже лол хочет? Даша, где Дашкин лол? Дай, дай ей подержать, Даша. Она же его все равно не откроет, да. На. Конечно, видит, что у всех в руках есть. Ну что, Томочка, пока? Пока? Девчонки, удачно вам добраться, доехать. Вот, слушайтесь там в дороге, не капризничайте уже сильно. Маме то с папой тоже тяжело, да. Слава богу, не капризничайте. Тоже буквально секундочку сниму. Сколько нас тут, все стоим около машины. Он да. Ну не все с камерами. Ты еще не видела, когда все с камерами. У нас такое дома бывает. Теперь уже прощаемся. Приятно было с вами вообще увидеться. Да, и надеемся увидеться еще, ну, хотя бы через год, да? Да, да. Планируете приехать еще, да? А мы многих не повидали. У нас брат в один на Польше работает, другой в другом месте живет, но мы уже не поедем. А ты в Сибирь не хочешь? Приглашаем к вам, на Колыму нет, уж лучше вы к нам. Приезжайте к нам на Колыму. Да, ну все, ребятки. Да, конечно, сфоткайтесь. Хорошо. Нет, может, Настя давайте подержим. Я плохо фотографирую. Да, Настя хорошо фотографирует. На что фоткать? А, ты скинешь ей, да? Давай. Вас на портрет или... Чуть-чуть неправильно стоят, Настя. Вот эти черные под глазами. Да, давайте. Алишенька, только вы там все сзади. Нос. Так лучше. Солнце слепит, конечно. Так, смотрите, чтобы если будут ехать машины... Давай. Да, блин. Раз, два, три. Все, сфоткались на память. Может, и Дашу с Дашей?
сфоткать? Ну. Давайте Дашу с Дашей сфоткаем, они так сдружились. Катя. Кость, возьми ее на руки. На руки возьми. Блин, Алиса тут бегает, машина ездит. Я такая маленькая. Ну давайте я вас сфоткаю. Все, все. Селфи. На фоне эпицентра. Давайте Дашу с Дашей еще старый фильм. Даша, иди с Дашей сфоткаешься. Ага. Отдай кому-нибудь. Настя, Дашу с Дашей щелкните. Так, с какой стороны встать? Настя, они уже стали. В Инстаграм как раз, Даша, зальешь себе. Скинешь тогда мне в Вайбере, да? О, что Алиса совсем раскапризничалась. Кстати, у нее что-то насморк. Я боюсь, чтобы она не заболела бы. Все, вчера были в большом скоплении людей. Могли что-нибудь. Кость, включи машину, чтобы уже обдувалась, хорошо? Давай, давай. А где этот шарик, лол, Кать? Даш, дай ей шарик еще подержать, может она успокоится. Пока. Давай, Дашенька. Подружилась с нашей Дариночкой. Все, все пообнимались. Я не могла сильно снимать Дариночку, потому что Алиса у меня капризничает. Да, пойдем. Может, ей еще голову напекло, шляпку не взяли. Все, пошли мы. Пошли. Всем пока!